Выставка результатов научной деятельности открылась в Алматы. Она заработала на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета. Свои научные проекты представили 20 организаций. Это разработки ученых в сфере агропромышленного комплекса, медицины и IT-технологий, причем полностью готовых к коммерциализации. Сотрудники научно-исследовательского ветеринарного университета, к примеру, презентовали ветеринарные препараты. Один из них – диагностический набор для исследования коровьего молока на бруцеллез. Передается человеку через молоко. Поэтому диагностика, получается, профилактика, лечение этой болезни имеет важную роль. Он считается экспресс-тестом. В течение одного часа непосредственно с молоком можно будет поставить эту реакцию и получить результат. Она проявляется в виде кольцевой реакции. Выставка имеет большое значение для развития научной сферы, говорят в Фонде науки. На нее приглашены не только ученые, но и представители бизнеса. Представлены те завершенные научные проекты, которые готовы для дальнейшей коммерциализации, которые ищут своих потенциальных бизнес-партнеров, чтобы на взаимовыгодных условиях коммерциализировать эти научные разработки.